Самая волшебная ночь в году должна подарить массу положительных эмоций и зарядить энергией. Почему бы не получить все от торжественной ночи на площади? Гремят салюты и фейерверки. Это самый яркий способ запомнить первые минуты Нового года. На сцене выступают артисты и коллективы. Отовсюду смех и веселье. Ой, хорошо проходит мероприятие Новый год. Очень хорошо проходит. Мне очень понравились снегурочки. Да и вообще весь народ в Анапе очень замечательный, очень хороший, доброжелательный. И даже мороз не остановил анапчан и гостей города. Провели главный праздник в году на площади. Ну я поморозил, потому что я Дед Мороз, это у меня работа такая. Я заморозил всех. Несмотря на то, что Дед Мороз решил порадовать всех зимней погодой, люди согревались танцами и конкурсами. Атмосфера, праздник, естественно, что столько знакомых здесь встретили. И вообще весело. Дома за столом кухня там и все. А здесь такое настроение. Это ж не телевизор. Сами участвуем и будем на сцену обязательно участвовать. Мне очень нравится. Всем советую каждый Новый год встречать здесь. Новый год с новыми эмоциями, с новыми чувствами, с новыми планами. Все замечательно. Очень важно сохранить заряд бодрости и позитива новогодней ночи на весь год. Представьте, сколько в эту праздничную ночь на площади сконцентрировано радости на один квадратный метр. Родилась елочка в лесу, одна росла. Всего и лето стройная, зеленая была. И даже туристы были в восторге и от города, и от новогодней ночи. Я вот из Омска приехал в Анапу, в самый солнечный город, чтобы вот в центре города встретить Новый год впервые в жизни. Встретить Новый год на площади и загадать желание под бой курантов должен каждый житель Анапы хотя бы однажды.